Перед тем, как вы узнаете дату выхода серии любимого сериала, хотелось представить вам его небольшое описание. Сюжет данной картины рассказывает драматическую историю Мерьем, наивной добродушной девушки и всеми любимой. Она работает на придорожной станции, а также помогает своему отцу печь хлеб. У Мерьем есть жених, прокурор по имени Октай. Они хотят пожениться и строят планы на будущее, но однажды все рушится, когда Октай на машине сбивает насмерть девушку. Теперь его карьера и вся жизнь может испортиться. Мерьем очень любит Октая, берет на себя всю вину за аварию. Она садится в тюрьму. Спустя несколько лет выходит на свободу, ее жизнь кардинально меняется. Все соседи называют ее убийцей, и на девушку сваливается множество немыслимых проблем, так как Саваш, возлюбленный погибшей девушки, хочет отомстить за их разрушенные судьбы. Посмотреть очередную шестую серию турецкого сериала «Мерьем» на русском языке вы сможете уже 7 сентября. Всем спасибо за внимание, пока!